Подгорели путем. Путем. Надо 300 баксов. За какие? Да там бандиты одни. Это, наехали. Чуть товар не сгрузили. Ребята выручили, надо заплатить. Тоже бандюки. Ну? Да бандюки! Слушайте, их высру, что ли, а? Тихо, тихо, здесь дамы. Чё за ребята, сколько? Четверо, из БМВ-хи. Ну и пошли их. Ага, пошли. А будут залупаться, мы их отмудохаем. Конечно, правильно, ага, да, не надо. А я вот что скажу. Мы сейчас повредим их немного, а потом ментам сдадим. Ну, пора. Проявим гражданское сознание! Ну, мы им дадим! Давно пора! Ну, мужики, рогнули! Давай, и пошли! Пошли. Ну, пассажир! Давай, давай, давай.